Ну это вот когда игра начинается с ФБ. Любую игру можно проиграть, блядь. У нас пик отличный, мы должны выигрывать. Но вот когда игра начинается с фэрклада, блядь, на герой наш. И убивает всех монстров, конечно, можно что угодно проебать. Кайф, это интересно. Вау. Полегче, парни. Клэф будет уже. Ууу, вкусно. Да, со щитком вроде. Его не пробить. Ну куда он отводит крипов ебаных? Спасибо. Было вкусно. Забрал большого тролля и маленького, на самом деле это охуенно вообще. Теперь нужен сапог, чтоб крипы не догоняли, пизды не давали. Упс. Минус мана. Хотя, наверное, он уже закончил действие банки. Не, ну мне тяжко тут будет. Наш администратор пришел в нужный момент, уебал. Ну да, должен быть прям нужный момент. На, похарасить его, хули он. Ну, давай, драс. Куда ты кидаешь стрелу свою, ебище? Пиздец. Еще под маз стрела на миди попала. Игра бы под маз за меня, она бы не попала стрела на миди. Так они сделали ФБ на ВРке, блять, на ВР. Как вообще ДК может делать ФБ на ВРке, я не знаю. Это надо пиздец, 5 секунд попасть стрелой. Ну, под маз за меня никогда не попадает стрелой, понимаете, никогда. Она только против меня говорят. Верьте, Дженки! Кто не доед, ставьте 4 голову в чат. Опять под маз стрелой попадает. Как это возможно, блядь? Стоит ли его убирать? Наверное, стоит. Он рано сделал крик. Похуй, убили, но он рано сделал. Надо не так делать. Надо делать крик во время его замаха на Сурдж.
Ну не добивай крипов. И не добил, понимаете? Он пытается добить крипа, но не добивает, anyway. Так, крипа. Куда ты раньше крипа отводишь? Ну ты пидорас, блять, или что? Бля, ну кто так делает, ну блять? Ну пидорас, блять, ты или человек, сука? О, я ебал. Где дисраптор? Почему он такой хуесос, блять? Это все из-за того, что он крипа оранж отвел. Только из-за этого вот так все получилось. Единственная причина, блядь. Пожалуй, пропущу еще одного крипа. Надо купить шлем за 900. Нужен хп реген на этом лайне срочно. Never! Алло, помоги мне, блядь. Оп, моё.